31-летняя Оксана Самойлова родила долгожданного сына. Теперь звездной семье не до скуки. Многодетная мама выписалась из роддома. Оксана привыкает к новой жизни. Звездная мама переживала, как девочки отнесутся к появлению еще одного ребенка. Но все волнения оказались напрасными. У дочерей пары нет ревности к новорожденному брату. Девочки по очереди держали Давида на руках. 8-летняя Ариэла, 5-летняя Лия и 2-летняя Майя целовали малыша, пока он невозмутимо спал. Младшая дочь Оксаны и Джигана призналась, что пришла в восторг от братика и готова даже спать с ним. Все три сестры выражают горячее желание быть рядом с новорожденным. Девочки рассматривают брата во всех подробностях и обращаются с ним очень нежно. Регина Тодоренко назвала героиней родившую 4-го ребенка Оксану Самойлову. Модель показала выписку из роддома. Обо всем скандалах Джигана и Оксаны Самойловой можно узнать здесь.